Че, захожу я такая домой, а тут у меня живет вот такой господин. Здравствуй, ты кто? Ты тоже удивлен меня видеть? Вообще-то это мой дом. Сейчас я словила на мысли, что в этот приезд на Бали я себя чувствую особенно местной, потому что у меня уже есть своя машина. Я сейчас уже в гордом одиночестве. Фет улетел работать, Мия улетела к бабушке. Я без каких-то особых планов жду доки из эмиграшки, просто катаюсь по острову. Сейчас еду вообще на другой конец острова, мне ехать больше часа. Встречаться с друзьями, потом проеду через заправку, куплю продукты, приеду домой, буду делать дела, в общем, прям живу. В общем, bad luck — это когда ты ехал час из Чингу по всем пробкам, чтобы посмотреть красивый закат на Буките и встретиться с друзьями. Вот красивый закат на Буките. Идет ливень, солнца нет. Ну, как бы очень мокро, но реально красиво. Ну, вместо заката у нас вот как бы вот такой видочек. Ну, это не страшно. Страшно другое, что сейчас все будут есть, кроме меня, я на голодовке. Но даже тучки вместо заката меркнут по сравнению с тем, кто меня ждет. Привет, предки. Узнаете Миюхина автокресло? Теперь в этом автокресле живет Левыч, Левыч, Левыч. Привет. Даже несмотря на то, что погода хромает, смотрите, как красиво. Нереальное место. Все, семейство, все, доехало. Мы, короче, сейчас немножко пропустили момент, как у нас чуть-чуть ребенок кульнулся в бассейн, но все уже хорошо, мы ее быстро переодели. Вы когда-нибудь видели, друзья, фиолетовые тучи? Вот уж правда, мой любимый цвет. Яркий фиолет. Фиолетовые тучи, пожалуйста, Балишечка. Краткая картина моей жизни. Все заказывают в меню вкусняшки, а Рита на голодовке уже который день, и вода с лаймом.